Сколько живут чихуахуа в домашних условиях? Как и у всех пород, у чихуахуа продолжительность жизни зависит от ряда различных факторов. Некоторые из них можно контролировать, для чего обеспечивают лучшие условия для жизни. Сколько живут чихуахуа, во многом зависит и от родословной. Несмотря на маленькие размеры, собака ведет себя храбро, обладает атлетическим телосложением. Стиль жизни чихуахуа. Гладкошерстная собака, несмотря на маленькие размеры, обладает устойчивой психикой, хорошо реагирует на различного рода воздействия. Со стороны окружающего мира. На темперамент оказывает влияние возраст и воспитание. Срок жизни чихуахуа зависит от ряда условий. Особенностями стиля жизни можно назвать следующие моменты. Малыш быстро становится любопытным и наблюдательным. Он постоянно следит за всем происходящим вокруг, занимая удобную позицию. Мальчик-чихуашка может быть обидчивым. Если накричать на своего питомца, то есть вероятность, что он просидит в укрытии на протяжении всего дня. Хорошая выносливость и подвижность определяет то, что представители породы практически всегда подвижны. Они могут бегать, прыгать, играть с игрушками. Поэтому хозяева должны позаботиться о наличии большого количества подходящих игрушек. Принято считать, что длинношерстные представители породы более уживчивые. При этом собака становится более преданной, но при этом она очень ревнивая. Даже при сильной обиде собака не проявляет злобу. Поэтому она практически сразу при ласке отходит. Важно! Малыши часто страдают от непроизвольного мочеиспускания. Порода поддается дрессировке, несмотря на горделивый нрав. Она может понять практически все команды в случае, если подобрать соответствующий подход. Короткошерстный охранник начинает лаять практически сразу, как увидит чужих. Держать чихуахуа в доме, значит, наслаждаться ее радостью и эстетичностью. Чихуахуа жизнерадостны и энергичны. Еще одна черта заключается в чистоплотности. Малыша просто приучить к горшку, он будет всегда сам проситься на улицу. Не стоит забывать о том, что крупные собаки могут в процессе игры навредить чихуахуа. Поэтому на момент прогулок нужно быть максимально осторожным. Средняя и максимальная продолжительность жизни чихуахуа. Продолжительность жизни зависит от различных факторов. Собака стандартных размеров может прожить более 10 лет. Представители породы среднего размера весьма распространены. Они активны и обладают крепким здоровьем. При правильном уходе малыш доживает до 15 лет. Средний представитель породы меньше подвержен заболеваниям и травмам. Миниатюрные собачки имеют вес не более 2 килограммов. Они сильно подвержены заболеваниям и травмам. Только аккуратное отношение позволяет обеспечить жизнь на протяжении 10 лет. Хозяева должны не позволять своему маленькому питомцу прыгать с большой высоты или в каком возрасте чихуахуа становится старой. На момент старости нужно уделять своему малышу больше внимания. Продолжительность жизни чихуахуа может варьировать в большом диапазоне, пожилым считается в возрасте 18 лет. В этом возрасте нужно разработать определенный рацион питания, а также чаще посещать ветеринара. Особь стандартного размера смогла дожить до 20 лет. Среди неофициальной информации можно встретить показатель 2021-2022 года. Поэтому по достижении 18 лет нужно помнить, что с питомцем нужно проводить больше свободного времени. Старая чихуахуа требует особого ухода. Факторы, которые влияют на продолжительность жизни чихуахуа. Описание породы указывает на то, что при благоприятных условиях жизни представители породы проживают не менее 15 лет. Даже при правильном уходе срок сокращается до 10 лет. Это связано со следующими факторами. Генетика. Для того, чтобы определить количество лет, которые сможет прожить собака, достаточно посмотреть на родителей. Если мать умерла рано из-за большого количества недугов, то есть вероятность уменьшения количества лет, отведенных питомцу. Состояние здоровья. Исследования ветеринаров показывают, что представители породы болеют редко. Самые распространенные недуги касаются сердца, могут возникнуть проблемы со зрением и дыханием. Не всегда предрасположенность к заболеваниям передается по генетической линии. Атмосфера в доме также может оказывать влияние на длительность жизни. Сколько лет живут собаки чихуахуа во многом зависит от устойчивости психики.
Если не уделять внимание своему питомцу, то он начнет хандрить и вскоре заболеет. С увеличением количества стрессовых ситуаций приводит к появлению проблем со здоровьем. Питание. Неправильный рацион также становится причиной, из-за которой у собаки развиваются проблемы со здоровьем. Нельзя бросаться из крайности в крайность. Если покупать качественные корма известных производителей, то можно поддерживать здоровье на протяжении длительного периода. Срок жизни чихуахуа зависит от того, какая поддерживается атмосфера в доме. Рассматриваемая порода не может жить на улице, в доме не должно быть сквозняков. Сырой и холодный дом становится причиной развития серьезных заболеваний. Контроль состояния здоровья. Нужно периодически посещать ветеринара со своим питомцем. Если пренебрегать визитами, то можно пропустить начало развития серьезного заболевания. Малыша нельзя подвергать сильным физическим нагрузкам. Нельзя нагружать их таким нагрузкам, как других, более взрослых собак. Однако, если постоянно носить ее под мышкой, тогда могут атрофироваться все мышцы. Вес. В стандарте указано, что масса собаки должна варьировать в диапазоне 1,5-3 кг. Но есть и маленькие представители, которые имеют вес около 1 кг. Они больше всего подвержены различным заболеваниям. Высокая вероятность несчастного случая. Маленькие размеры становятся причиной, по которой щенка сложно найти в темноте. Если в доме есть маленькие дети, также нужно уделить внимание их игре с собакой. Если неправильно кастрировать малыша, есть вероятность развития различных заболеваний. Однако, как показывает практика, стерилизованная собака проживет намного больше. Правильный уход за полостью рта увеличивает срок жизни. Если плохое здоровье рта, бактерии могут попасть в кровоток. Своевременная вакцинация. Обычный курс вакцинации, который проводится в соответствующем возрасте, существенно продлевает срок жизни собачки. Эта процедура должна проводиться специалистом. Правильная диета. У щенков и взрослых особей рацион питания существенно отличается. Для малышей нужно приобретать специальные составы, уделять внимание правильному переходу от натуральной пищи к сухому корму. Пол. Согласно статистике, девочки живут намного больше мальчиков. Важно. Наследственные факторы могут существенно продлить срок жизни питомца. Поэтому рекомендуется брать щенка в хорошем питомнике. Рассматривая, сколько живут чихуахуа в домашних условиях, нужно учитывать, что возраст во многом оказывает влияние на поведение. Со временем активность малыша существенно снижается, он начинает больше спать. Специалисты рекомендуют в раннем возрасте больше уделять внимание активному отдыху. Это связано с тем, что потом потребуется внимание и ласка, когда собака повзрослеет. Как кастрация влияет на продолжительность жизни чихуахуа? Многие ветеринары указывают на то, что стерилизация продлевает срок жизни малыша. Проведенная операция существенно снижает вероятность развития рака яичника или простаты у мальчиков. Операция должна проводиться квалифицированным специалистом. Это связано с тем, что распространены случаи попадания инфекции. Стерилизованные чихуахуа живут немного дольше. Неявные причины преждевременной смерти. Преждевременная смерть питомца может быть связана с различными факторами. К наименее явным, на которые нельзя повлиять, относят генетическую предрасположенность, проблемы со здоровьем, которые развиваются на фоне старения, неправильное проведение осмотра у ветеринара. На остальные факторы можно оказать влияние. К примеру, на момент прогулки нужно быть осторожным, не сводить глаза со своего малыша. Секреты долголетия собаки. Выделяют несколько основных секретов долголетия. Прежде всего, нужно правильно ухаживать за питомцем. Для этого выполняется периодическая чистка ушей, промывание глаз, вычесывание шерсти. Кроме этого, не нужно забывать о своевременных визитах к ветеринару. Правильное питание обеспечивает длительную жизнь собаки. При составлении рациона учитываются следующие моменты. Включить в меню мясо, в основном это должна быть курица, конина и телятина. Рекомендуется предлагать его не более чем раз в неделю. Обязательно удаляются все кости и кожу. Рыба может готовиться не менее чем 2 раза в неделю. Приготавливать блюдо следует с удалением костей и жира. Яйца становятся источником белка.
Их добавляют в различные составы. Молочная продукция подходит для маленького малыша. В продаже есть и специальные сухие корма, которые разработаны для малыша. В их состав включаются витамины и полезные витамины. Не рекомендуется покупать дешевые корма, так как они изготавливаются из дешевых и неполезных ингредиентов. С возрастом чихуахуа становятся не такими активными. Возраст по человеческим меркам. Некоторые предпочитают сравнивать возраст чихуахуа с возрастом человека. Определить этот показатель можно по ниже приведенной таблице соответствия. Как узнать возраст питомца? Наиболее достоверным способом определения возраста можно назвать исследование зубов. Первые резцы появляются на первой неделе жизни, после чего появляются все клыки уже в первый месяц. В 2 месяца у собаки появляются коренные зубы. Определить возраст взрослой собаки можно по состоянию трилистников. Нижняя часть выравнивается на 70-80 день жизни, на окраинах пропадает только на 4-м месяце. Молочные зубы начинают выпадать в возрасте около полугода. Появление желтизны начинается в возрасте 2-3 года. Маленькие зубчики пропадают уже в 4-5 года, после чего резцы стираются практически полностью. В возрасте 10 лет теряются коренные зубки. Самый старый чихуа в мире. Генетическая предрасположенность и правильный уход позволили прожить малышу по кличке Мегабайт до возраста 20 лет. Этот показатель был зафиксирован в январе 2014 года. Считается, что незафиксированные показатели составляют 2021-2022 года. Маленькие собаки требуют особого ухода и повышенного внимания от своих хозяев. Однако, потратив совсем немного усилий и подарив питомцу ласку и заботу, можно продлить его жизнь надолго.